Уважаемые жители Донбасса, я обращаюсь к вам от имени бойцов Национальной гвардии. Мы являемся резервистами в первую очередь. Мы не кадровые военные, учителя, инженеры, бизнесмены. Мы такие же граждане, как и все. Мы любим эту страну. Мы живем в этой стране. Мы хотим мира, покоя. Наша основная задача – обеспечить безопасность граждан Украины от посягательств лиц, которые овладели незаконно оружием. Мы не воюем с мирным населением. Мы воюем с бандитами, которые грабят народ, не дают спокойно жить населению, ходить детям в школу, детские сады. Мы пришли защитить свой народ. Здравствуйте, дорогие жители города Славянск. Вы не думайте там ничего такого плохого. Мы только за вас, ваши войска. Мы только будем помогать вам, чтобы вам было все хорошо. Нас все командиры инструктируют, что такое, что мы вас там не зацепили, мы насчет этого все знаем. Наша задача – сохранить жизни своих граждан, всех, какой бы ни касаясь, без разницы любой. Мы единый народ, мы единая семья, мы должны любить друг друга, мы должны уважать друг друга.